Всем привет! Сегодня у нас 20 мая 2020 года. Ну вот, несколько месяцев назад я аккумуляторы ДЭКа поставил ветросолнечную электростанцию. Ну вот, и сегодня я решил их проверить вот таким вот автомобильным тестером Conway. Кстати, ссылочка на то видео, как я их поставил, будет под роликом в описании. Вот. Ну давайте попробуем проверить их. Так, нажимаем Enter. Так. Естественно, вне салона автомобиля. Еще раз нажимаем Enter. Обычное КБ, значит Enter. Стандарт ЦЦА. Нормальный ток данного аккумулятора должен быть 500 ампер при выборе данного стандарта. Так, 500 ампер поставили. Проверяем. Ну что у нас получается? Ресурс 71%. Значит, ЦЦА 424 ампера. Вот. АКБ исправно. Ну, как я рассказывал, когда вот каждый аккумулятор проверяешь по отдельности, то значение ЦЦА, оно, конечно, больше, нежели чем на перемычке, которая была вот в первом видео, где я эти аккумуляторы поставил. Ну, а на этом все. Прощаюсь. Пока.